Между командой Дина и Космосом было первое противостояние, где Дина на своей площадке одолела Космос со счетом 6-3. И, как понимаем, вы не были довольны своей командой вчера, и сегодня предстоял ответный матч, по результатам которого нужно обязательно было забить, как минимум, выигрывать на 3 гола больше. Сегодня вы выиграли со счетом 9-2. И как вы довольны сегодняшним результатом? И что произошло за те часы с командой? Что вы сделали такого? Неужели ваша вера в команду повлияла на то, чтобы команда сегодня выиграла с таким шикарным результатом? Я могу сказать только одно, что после вчерашней игры, конечно, повторюсь, были очень смешанные чувства, потому что была недоконцентрация ребят, и это привело к таким необязательным потерям, ошибкам и к такому счету. Мы имели сегодня дефицит 3 гола, который надо было покрывать, поэтому, я думаю, и для соперника, и для никого было не секрет, что мы просто обязаны были навязывать свою игру. Никому не надо было объяснять из ребят, что мне очень понравилось сегодня, какая цена этого матча. Они все вышли, не перегорели, что можно было предположить по вчерашнему матчу. Они реально были сконцентрированы. Наверное, вот эта концентрация в каждом моменте, активность и в хорошем смысле агрессивность, она дала свой результат. Я, в общем-то, это ждал в течение всего сезона, но пока это получается эпизодически. Сейчас это произошло в нужный момент. Следующим вашим соперником будет команда «Аугур», которая практически идеально отыграла этот сезон, заняв первое место по результатам двух кругов. Как вы оцениваете свои шансы с нынешним чемпионом и, в принципе, с командой, которая не проиграла ни одного матча в рамках чемпионата? Я считаю, что чемпионат Эстонии очень выровнялся в плане мастеровиц, наверное, команд, если можно вообще об этом говорить. Поэтому делать какие-то прогнозы и там оценивать наши возможности против «Аугура» я не хочу. Я это оставлю на суд команды «Аугур». Пусть они там расценят свои шансы против нас. Более того, последняя игра показала, что с ними очень даже можно играть. Я думаю, что ребята после таких побед волевых, как сегодня было, как они уже выигрывали «Аугура», как играли с «Нарвой» в «Нарве» при поддержке местной публики, я думаю, ребята понимают, что им все по плечу. А загадывать серию до двух побед невозможно. «Аугур» тоже готовится и, наверное, анализирует свои ошибки, которые у них были при последнем нашем матче, в общем, когда мы выиграли у них 5-2. Большое спасибо. Еще раз мои поздравления и выход в полуфинал. Спасибо. Спасибо.